Здравствуйте, Балкобатон. Эпизод Гладиолус. Есть эпизоды Гладиолуса, возвращаются во время событий Final Fantasy 15. Рекомендую сначала пройти основную игру. Нет. Дебрив унизительное поражение битвы с Ревариусом, Гладиолус отправляется в путешествие, чтобы познать самого себя. Он решил вступить на путь стойкости, где его телу и разуму готовы на испытания, через которые сумел пройти всего один человек. Ревусом. Какой Ревус? Спасибо нашему повару. На здоровье. Ты ведь с Маршалом ходил? Угу. Слушай, а что это у тебя на лбу? Это? Да, где крестиком отмечено. А ведь ему сильнее досталось. Ну и он тебя разукрасил. Кстати говоря, а кто он такой? Он мастер клинка. И с Михоуком, что ли, подрался? С таким-то мечом? Нет. Ну да, кто же еще? Что, я не вовремя? Ты как, уже на месте? Да, в Вороньем гнезде. Хорошо, спасибо тебе. Угу. Ну что, ты готов? Разумеется. А ты? Морально готов? Разумеется, готов. Скоро буду. Ярость Гладиолуса нарастает при каждом успешном блокировке. Наконец. Что нужно? Воды. Спасибо. Спрошу тебя еще раз. Ты уверен, что готов к испытанию? Главнокомандующий уделал меня просто как щенка. Чтоб победить, мне нужна сила. Просто ответь. Ты готов или нет? Неужели ты сомневаешься во мне? Ты встретишься со смертью. В недрах этих руин будет ждать Гильгамеш. Эту пещеру обнаружили 30 лет назад. Туда ушло несколько экспедиций, но... Назад не вернулся никто. Почти никто. Да, ты пошел на это испытание и вернулся живым. Идем. Грудь, сила мышц, ты сила сказал, духа. Друзья... 4 кхп, кстати. Куда еще коры здесь? Хоть настройки-то меня не сбил. Не, нормас. Являешься. Сказал просто по делам. Не хотел, чтобы они из-за меня беспокоились. Или чтобы узнали о твоем поражении.
Ладно. Я пошел. Обратной дороги нет. Кстати, а зелья-то у меня какие? Смотрите, мечи везде. Мужики в лотах. Жутенько. Они живые? Убьем. А, да, он телепортироваться не умеет. Ты пришел мне отдать свое, все кончено. Смотрите, и стилистика, цифра другая тоже. Это не будет. Те, кто слетает по этим пещерам, даже в смерти следует за вождем. От нас остались только наши души, цепляющиеся за осколки прошлого. Зачем? Чтобы испытывать тех, кто желает стать щитом короля и готовить их к обладанию той силой, которую они тщатся обрести. Бойцы мастера Клинка поклялись служить ему до самой смерти. И даже после нее. Тогда придется предать их смерти еще раз. Основной зончик, кстати. Тебе конец. Ты, по-моему, таким ловким не был, блин, в оригинальной кампании. Все кончено. Давай, марш. Что ж, я не против. Если у него шкала заполняется, он делает суперудар в зависимости от заполнения шкалы. Владелец может использовать различные виды снаряжения. Клеймор, у меня тупо клейморы. И все. Ух, ты катается, блин. Короче, ничего у меня нет. У него что, на спине еще тут ухо? Другого пути нет, только вниз. Ох, ядовитая кобра. Ну, значит, будем драться. Слишком медленно. Приготовься! Никора уже нету. Ты пришел доказать, что ты достоин? Да. Я хочу пройти испытание Гильгамеша. И что ты надеешься получить здесь? Силу. И ты мне ее даруешь. Вот как. Ну, держись. Опять уровень неизвестен. Да, блока тут не видно. А у меня есть только фотоаппарат из всего этого, да? Грубая сила — это далеко не все. Только тот, кто в равной степени силен и отважен.
Достоин чести стать щитом избранного. Блокируй удар, у него нет блока. А я нет. Жителям твоего мира угрожает великое зло. Лишь король королей и его щит могут спасти их. Кто не достоин этой ноши или не готов принять ее, встречает свою смерть здесь. Я ничего такого не встретил. Где твое испытание? Ступай же, если ты не боишься смерти. И покажи, чего ты стоишь. Ты к этому готов. Испытание уже начинается. Мастер клинка. Мастер... Клинком. А что, ты ждал чего-то более пафосного? Клеймор есть на месте. Фигеть, он умеет подтягиваться. Да, много здесь народу погибло. Отдохнем, пока можно. Пора сделать привал. А, и жрать мы будем лапшу. Хорошо. Мастер клинка не станет тебя обучать. Он подвергнет тебя испытанию. Без поблажек. Значит, новеньким вроде меня пощады не будет. Получается, что слабый недостоин быть щитом. В его глазах слабый недостоин жить. Слабые дураки, которых следует покарать за наглость. Когда-то и я сделал глупость и получил по заслугам. Но он решил, что ты достоин быть живым. Ведь он же тебя не убил, верно? Мы не знаем, что он решил. Что ж, пора идти дальше. Заодно подрагивались. Будь начеку, смотри в оба. Само собой. О, хорош! Тебе конец. Падай! И вот интересно другое, почему Кор согласился ему помогать? То есть что он такого сделал, что он, во-первых, согласился ему помочь, а во-вторых, испытание, наверное, должен все-таки проходить один человек, а не вдвоем. Твое мастерство впечатляет. У тебя может хватить сил, чтобы одолеть тьму. Но хватит ли у тебя духу, чтобы пройти эти испытания? Да, телепортироваться он явно не умеет. Проклятие! Их все больше и больше! Помни, чему я тебя учил! А ты его чему-то учил, что ли? Почему нам это не показали нигде? Вот ты его сэмпаем был. Нравится?
он получит. О, как он его. Везде главное зелье разбросано. Что это? Зал испытания. Туда ты войдешь уже без меня. Нет, тут вроде как главный генерал был, а ситуация короля вроде как погиб. Готовься, вместе с королем. Юный воин. Тебя ждут ждите, ну что за... Докажи свою силу, и наша мощь станет твоей. Летит меня треугольником фигачит. Блин, вот этот свои треугольные херовин меня задолбал. Если гладить пробовать блокировать атаку врага, который способен пробить щиты, его щит разобьется, ему будет начал урон. Откуда я знаю, какие атаки пробивают щиты, какие нет? Место в ногах, что я убил. Затомить что тут? Наша сила отныне с тобой, юный воин. Качка. Я пытаюсь все время блокировать, но тут тайминг нужно поймать идеально. Ноктису позволяли как бы тайминг предварительно показывать. И здесь вообще показывал так и нет. Я должен ориентироваться на атаку, на анимацию противника. То есть, и при этом идеально. Гладиус прошел первое испытание, теперь он может блокировать самые сильные удары, даже удары самого мастера клинка. Выше голову, ибо щит короля ни перед кем не должен стоять на коленях. Спасибо за совет. А еще он начал бегать. И за поддержку. Ты вышел оттуда живой. Это первое испытание. Тебя ждут еще битвы. Прежде чем ты сразишься с отдохнем, пока можно. Меня все-таки, блин, просто убивает кор, которого озвучивал Ханзо. Ведь крапанудл жрем. Эй. Мой отец ведь не пошел к Гильгамешу. Хочешь спросить, почему? Ага. Ну да. Это же не потому, что он боялся. Он боялся не испытания. Он боялся подвести своего короля. Он не мог оставить короля, державшего стену. Какой толк от щита, если ему некого защищать? А ты
Беспокоишься за своего короля? Конечно. Но я делаю то, что должен. Точно так же, как поступал мой отец. Пойдем. Смотри, какая офигенная локация. Нарисовано просто потрясающе. Сколько лет прошло с тех пор, как ты пошел на испытание? 30? Ну и настройки игры. Около того. Что смотреть-то? Я был намного моложе тебя, и опыта у меня было гораздо меньше. Это просто чудо, что я остался в живых. Вспоминаешь знакомые места? Смутно. В тот раз я не особо глазел по сторонам. Сейчас момент, я убью сраный вентилятор, который меня задолбал гудеть уже. Ты. Вот лично ты. Тебя я убью первым. На тебя вторым. Задолбали жужжать. Да не, не надо, и так справляемся, как видите. Если по дефолту не дают подсказку, значит так и должно быть. Поднимайтесь из земли, разрушающиеся колонны, используйте как оружие, чтобы закрушить даже самых опасных врагов. Исчез, здоровяк! Нафига мне меч нужен, объясните мне. Даже блокировал, он даже получается. Еще доля секунды буквально. Да, не все. Возьми еще одну с собой. Вот с ними очень долго идет. То есть они... Спрошение.
очень долго идет. Здесь буквально черепашьим шагом. Тем более выйти здесь не пройти. Защита от самых умных. Еще один зал. Да, и возможность перенять мастерство этих воинов. Но тебе придется сражаться. Блин, почему так-то мужик колонны поднимает спокойно и херачит ими? Ужас же ж. А видите, заодно как раз колонну дали.